Здравствуйте, друзья, зрители канала «Искусство в интерьере», те, кто рисует сам, у кого есть дети. Я приглашаю вас на второй свой канал «Школа рисования». На канале будут уроки, связанные с разными темами и техниками рисования, те базовые основы, которые необходимы любому, кто хочет учиться рисованию, и также будет большое количество разных уроков рисования с детьми. В этом видео выложены фрагменты уроков, которые уже сейчас есть на канале «Школа рисования», их можно посмотреть. Пишите в комментариях те темы, которые вам хотелось бы увидеть. Подписывайтесь на канал «Школа рисования». Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые уроки. И до встречи на новом канале и также на канале «Искусство в интерьере». С вами была художник Наталья Боброва.